А иудеи начали отмечать один из самых важнейших праздников – Песах. Он начался накануне седера – праздничного вечера, который проводится по специальному многовековому порядку. Всю ближайшую неделю евреи не будут есть дрожжевые продукты, хлеб заменяют мацой. Также на столе марор – это растертый хрен, вино или виноградный сок. Весь седер состоит из 15 обычаев. Кроме того, современные верующие иудеи ограничивают себя в пользовании благами цивилизации в память о выходе из египетского рабства. Песах – это праздник, обусловлен выходом из рабства, выходом евреев из Египта. Ну что, как бы привыкли говорить, евреи вышли из Египта. Ну, сами бы, находясь 210 лет в рабстве, возможности выйти у самих практически не было никакой. Всевышний вывел евреев из Египта. Всевышний освободил евреев от рабства. Это очень знаковый праздник для евреев. Это очень знаковый период для еврейского народа, когда сбрасываешь оковы и выходишь как из материального, так и из духовного, в первую очередь, рабства. Песах продлится неделю до 18 апреля.